общем, в Калифорнии такая интересная и замечательная жизнь. Каждый одевается так, как ему удобно. А женщина решила выгулять сапожки. 19 градусов. Да, вы видите? Рассказывайте, делитесь в комментариях, как вы ходите в магазин. Я буду использовать внутренние резервы организма. Зайка, купи мне канталупу, пожалуйста. Хотел сказать, дочь оттягает тяжелые голодки. Сосиски ушли из нашей жизни. Зайка, я хочу, чтобы ты мне сделала, как в прошлый раз. Расскажите, кто собирал бесплатно кукурузу на поле. Вот трудно выбирать. Пишите комментарии, как вам легче купить, когда вам дают в руки готовое, или когда вы выбираете. А что ты можешь мне приготовить с грибочками? Диван покупать не буду. Не сильно и хотелось. Зайка, смотри, чтобы у них попки были красивые. И просыпается от запаха стейка. Боже мой, как они божественно пахнут. Понюхал сам, дай понюхать другому. Ставь мою тачку в покое, женщина. Твое дело таскать галлон. Ну, в общем, только что была реплика про Маришкины сапожки. Своих сапожек на меху. Так вот не надо с них смеяться, Серега. В общем, в Калифорнии такая интересная и замечательная жизнь. Манера и стиль одежды. Я иду сам. Да, вы видели ту женщину, да? А теперь посмотрите вот на эту, на мою женщину. То есть это так, в отличие от Беларуси, это настолько прекрасно и настолько интересно. Каждый одевается так, как ему удобно. Ему удобно вот в шлепках, как Маришке, она в шлепках. А женщина решила выгулять... Сандалики, котик. Сандалики. А женщина решила выгулять сапожки. И она в 19 градусов... Пошла в магазин сапожки. Hello. Вот, а мы берем тачку. А мы берем тачку и сегодня в Sam's Club не стали спрашивать карточку и сказали, что вообще окей. Он нам доверяет. Вау, мы купили арбузы дешевле, чем в Sam's Club. Sam's Club лузер. У него арбузы на доллар дороже, чем в Costco. А продают, да, как костки. Ну, а мы сегодня что? Мы сегодня в Sam's Club по программе Sam's Club. Рассказывайте, делитесь в комментариях, как вы ходите в магазин. Как ходите... Есть два типа движения в магазине. Ты уже его видела, да? Да, я уже прощу. Ладно, мы пока думаем о диванах. Как-то я хотел... Нет, мы не думаем. На самом деле я потихоньку дожимаю, закручиваю эти гайки. Мне перекрывают воздух диваном. Тебе скоро пищу перекроют, кот, если не будет нового дивана. Я буду использовать резервы, внутренние резервы организма. Короче, я хотел сказать умную вещь про движение по магазину. Я когда-то она мне пришла в голову. Ладно, начинаем покупки, а когда она вернется, я расскажу. Авокадо, зай, совсем они. В общем, авокадо стоит 5,82, цена такая же, как в Костко. Они очень готовые. Давай возьмем и сделаем, я сделаю глюкомоле. Ну, можно сделать глюкомоле, покажи. Ну, в холодильнике они... Да, такие авокадо. Вот. Смотри, я вторые взяла вообще деревянные. О, отлично. Значит, берем две сетки сегодня авокадо. Одни мягкие, которые пойдут сразу, как говорится, в салат. И Маришка сделает глюкомоле. У нас дочь его любит. Да у нас все, в принципе. Да у нас все его любят, да. Вот. И вторая пачка зеленых, которая пойдет. Thank you. Lemonade. Thank you. Вторая пачка, которая пойдет, как говорится, будет потихоньку лежать и раз на утро уходить в салат. Так, традиционно наш апельсиновый сок стоит 5,28, средняя и мякоть. Я беру два, зайка, сразу, да. Потому что не будет на это. Хотел сказать, дочь тягает тяжелые галлоны, что-то меня переклинило. Да, папуля. Ну, в общем, женщина. Женщина тягает галлоны, пока я записываю видосы. Тебе кофе. Кофейная. Подожди, надо, у меня же какая-то там маленькая. Давай мы возьмем. Здесь только ванилу большую. Ванилу не хочу. Возьмем в другой раз. Так, молоко мы взяли, нам нужны яйца. Мы берем 6 доз. Они стоят 8,72. 5 доз. А, 5,60, потому что я что-то 66 перевел. Вот, замечательные яички загрузили. Ой, тарелочки такие красивые, Сережа. Да, уже начинается подготовка к Дню независимости. И вот такие прекрасные тарелки. Так, оставь мою тачку в покое, женщина. Твое дело таскать галлоны. Давай, что тут? Сосиски не берем? Не берем. Сосисок.
сосиски ушли из нашей жизни. А смотри, какой здесь салмон есть. Какой-то интересный, да? Я тоже не хочу. Зайка, я хочу, чтобы ты мне сделала кабачки, как в прошлый раз. Будет все хорошо. Вот купим диванку, текстуру кабачки, как в прошлый раз. Нет, ты знаешь, дивана, нет, не сильно и хотелось. Так, йогурты здесь не берем, да? Нет, пойдем, пойдем, зайка. Зайка, купи мне канталупу, пожалуйста. Ну, давай купим. Одну. Я думала, может быть, мы в центр ты знаешь, поедем, нет, мы в центрах ее не будем брать, потому что здесь она стоит 2,28 каждая. Это получается дешевле, чем да? в центрах. Я поэтому, ой, беру одну желтую и еще, наверное, одну. Боже мой, как они божественно пахнут. А, и одну возьму, может быть, немножко зеленую. Вот трудно выбирать. Пишите в комментарии, как вам легче купить, когда вам дают в руки готовое, или когда вы выбираете. Вот я возьму одну такую, вот, чтобы она полежала немножко. А, зайка что-то напряженно изучает. Так. В общем, две канталупы взял. Канталупу мне Маришка добавляет салат. И моя зайка выбирает свои любимые киви. С ложечкой? Нет, ну с ложечкой. Ну все, короче, начали экономить ложечку не ложку. Зай, смотри, как много здесь зеленых авокадо. Ты уверена, что мы берем сетку этих? Давай лучше. Давай возьмем лучше две сетки твердых. Подожди, так... Я имел в виду мягкие оставить. Нет, я поменяла эти твердые на более приличные твердые, а мягкие пускай будут, мне их... Ты сразу переработаешь за два раза, да? Переработаю, да. Переработчик авокадо. Да. Грибы. Грибы не хочу на кухню. Расскажите, кто собирал бесплатно кукурузу на поле. Здесь вот так вот. 8 початков. 4,66. Морковка. Морковка обязательно нужна для роста. 2,48. Органик. Брокколи. 3,32. А сколько нам в пакете ЛБ? 2 ЛБ. Зай, или ты с грибочками что-то хочешь? Я могу приготовить. А что ты можешь мне приготовить с грибочками? Диван, Зай, покупать не, сегодня... не буду. Нет, диван это за что там? Я уже забыла. За кабачки? Да. Салатик какой-то берем. Капуста, шпинат. Смесь весенняя. Весенняя смесь, весенний микс. Стоит 3,25. 1 ты ЛБ салата органического. Зай, я не знаю, какой у тебя план готовки. Пойду объеду. Покажу вам мясо. Пам-парам, парам-парам. Зайка, смотри, чтобы у них попки были красивые. Красивые. Два вида огурчиков берем. Берем два вида огурчиков, потому что они у нас для разных целей. Правильно? Одни в салат, другие похрустеть. И почем? Я хочу показать, почем огурчики. Так, значит, огурчики были вот так вот. По 3,48 за мелкие и по 2,58 за крупные. Так, и моя хозяюшка, что там? Ты салмончика решила зацепить? А почему он без пакета? Мы его в пакет не будем окунать? А мы вон там возле курицы возьмем. И ты решила взять со шкурой или без шкуры? За 7,98 без шкуры? Нет. Да, мне нужны пакеты. Иди, открывай, пожалуйста, а то у меня все руки заняты. Неспешно бери... Пол рулон. Будем брать курицу. Курица, $1.67. Грудка. Здесь настолько суши эти дороги, практически на $2. Трудно обычно антуши. Такие вот готовые, да? Я просто... И это же фирма. Калифорния. Калифорнийская. Да Калифорния. Нет, фирма, которая... Курица сам. Да. Я понял тебя. Которые делают... А чем я могу тебе помочь? Я помню. А, ты этот самый? Пакуешь салмона нашего.
Почему она такая какая-то вот? Вот это мне больше нравится. Вот это вот мне не нравится. Почему она такая вот? Как полежала, смотри, вот это вот видно свежая. Почему? Да не полежала, она не просто лежала свежая. Да? Мне не нравится, что она такая придавленная. Ну, хорошо, не берем. В общем, смотрите, вот там увидите и вес, и цены. 1 ЛБ 67, без костей, без... Ой, зайка. Без этих самых. Без кожи, короче. Еще одну берем, за. Такую берем. Оп. До конца я засуну. Ты натягивай пакет, я засуну. Оп. Поехали. Поехали, поехали. Ты решила еще пакетиков взять? Вот можно купить вот такие квотеры куриные, это получается ляжка с бедрышком 98 центов. Так, берем какие-то вот такие стейки мясные, свиные. Мне, да? Нужно 2 пакетика, потому ну и забери пакетики, а я пока течет. Посмотрю, что тут с ним. Короче, этот лоток стоит 10,63, в нем получается пампарам 7,5 ЛБ. Вот такое мяско с сальной прослоечкой, оно будет сочненькое на сковородке получаться. В общем, готовлю я его абсолютно просто. Мы его не той стороной засунули, я его не так держу. Готовишь ты его просто на сковородке? Да, готовлю я его просто на... Сейчас я расскажу, как я случайно узнала. В общем, Сережа все время хотел стейк, я никогда не особо честно мешаем. Давай туда. Сюда еще. Опа. И, в общем, я посмотрела. Ну, что ты там? Ознакомь со стейком своим фирменным. В общем, я, допустим, Сережа просыпается после того, как он ночью работает, где-то там, ну, 12 обычно достаешь полпинга. И просыпается от запаха стейка. Да, потому что я его, когда встаю утром, я сразу его мариную. Мариную в немножко оливкового масла и разные приправы. Она рекламирует свои товары. Но сейчас мы продолжим, отойдем, да. Пока берем сок. Так, что у нас по соку? Берем яблочный сок. Берем 2 связки по 4,48 за 2 банки. Подожди, это не галлоны получаются у нас, да? Или галлоны? Нет, нет. Короче, берем свой любимый сок, который любят дети. И Маришка решила накинуться на клубничку. Понюхать или купить? Не, пахнет хорошо. Дай понюхать хорошо. Мне. Понюхал сам, дай понюхать другому. Ну, пахнет. Опа. Хорошо. Так, одной обойдемся? Одной. Обойдемся одной сейчас у нас арбузом. Так, а сколько она стоила там? 3,42. 3,48 за паунда. Пару, наверное, да? Ну, здесь, я думаю, 2 или даже 3. 2 паунда. А куда двигаем дальше? На кассу, я думаю. Больше ничего нам здесь не нет, надо? Нет, здесь ничего. Ну так и... А, и по поводу стейков. Значит, пока Сережа спит, я когда просыпаюсь утром, там часов 7, 7:30 по выходным встаю, я мариную немножко этого самого оливкового масла или виноградного масла. Ну, совсем-совсем чуть-чуть. Приправы, которые Сережа любит. Много специй я люблю, чтобы они были в специях такие. И оно перчики стоит и какой-то маринованный фирменный. И я уже знаю примерно время, в которое Сережа просыпается. И минут за 10 до этого времени, как Сережка встанет, я очень сильно разогреваю сковородку и на очень горячей сковородке обжариваю его с каждой стороны по 3 минутки. И вот. Получается очень вкусный, сочный стейк именно вот из таких кусочков. В гигиеническом отделе, где куча всякой пасты, но паста нам сегодня не надо. Вот какой-то крест интересный, что с этим крестом? Вот так он типа 3D white делает. Будут зубы белые, чистые и красивые. Паста с углем.
Очень много всякой модной пасты. Так, ну вот видите, зубные щеточки по 11,98 здесь. Всякие машины и электрощетки для зубастых. В общем, в гигиене все было быстро, и мы двигаемся на кассу самообслуживания. Может, сегодня дядя нас не будет? А, блин, у нас сегодня больше 10 пакетов, нас могут вообще не пустить. Станем тихонько и будем тихонько. А сегодня, кстати, не дядя, так что я не знаю, будет он нас гонять или нет. Но сейчас попробуем. В прошлый раз мужчина как-то очень... Hello. Очень так навязчиво и помогал, и контролировал. Вот, ну, стоим, ждем. А потом вам покажем и расскажем, что у нас из этого получилось. Из этой кучи добра. Положили заплатить 129,91. В общем, тележка проверена. Чем ближе к обеду, тем ярче солнце. Заходили с облаками и с так себе солнышком, а выходим... Зайка, зайди на другую сторону, а то я ни себя, ни тебя не могу словить. А вышли вообще в яркий солнечный день. Короче, набили мы, как вы увидели, там, по-моему, 129. Минус 11 таксами, 13,60 там или что, прокладки получились. В общем, $116 это продукты из Sam's Club. Так, сейчас вот тут Toyota пытается дождаться, а мы ее обойдем. Вот, ну, в общем, вот такая вот приличная тележка. Мы набрали много соков, много фруктов, овощей, мяса, короче, да, вот как-то так. Это нормально мы набрали сегодня, ну, на $100. Тут вообще нету никаких глупостей, типа там каких-то чипсов, пипсов, там всякой ерунды. То есть такие продукты, которые здоровые и полезная пища. И в основном вот с такими зелеными надписями, вот я не вижу, тут солнце попадает. Органик, шморганик, то есть мы на этом не зацикливаемся, но тем не менее, после определенных замечаний и умничаний со стороны определенных товарищей, мы сделали им ответный ответ. Вся еда в Америке нормальная, вся она чистая, вся растет точно так же, как и в Беларуси, на каких-то грядках, огородах, фермах и прочих делах. Всю ее удобряют, всю ее укалывают, и потом просто вот этими зелеными надписями делают либо дороже, либо дешевле. Ой, поперхнулся. Ну что, это, наверное, все к сказанному. Чего ты хочешь добавить, дорогая? Всем хорошего дня, хорошего настроения. Солнечной погоды. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал и увидимся в новом видео. В интернете. Пока-пока. Бай-бай.